Закончили клеить первый свой вибропласт на автомобиле Kia Sorento Prime. Покажу, что у нас получилось. Так, проклеен пол в салоне. Пол в багажнике проклеен. Все, тщательно прокатали валиком. Также проклеили вибропластом арки задние. Ну и задние крылья. Закончили клеить первый слой в дверях. Такой у нас глухой звук получается. И приступили наносить второй слой шумопоглотителем. Сплошным ковром все стараемся наносить. Продолжаем нашу работу.